Предупреждение об опасности цунами после извержения гигантского подводного вулкана в Тихом океане распространили власти многих стран региона, от Австралии до Соединенных Штатов. Извержение уже привело к удару волн высотой более метра на побережье Тонга. В Новой Зеландии, которая находится на расстоянии 2300 километров, власти предупредили жителей о высоких приливах, вызванных извержением. Могут появиться непредсказуемые штормовые приливы в прибрежных районах, заявили власти.